Итак, работа, которая носит название «Внимание». «Внимание», «Вспомни про важное» и так далее, и тому подобное. Что потрясающее в этой работе, это продуманный визуальный ряд, который цепляет, который... Вот эти вот фотографии с перекошенными глазами, какими-то гримасами, в черно-белом ключе. Если честно, я сначала просмотрел все фотографии, потом полюбовался всеми фотографиями, а потом начал читать, собственно, текст. Потому что текст читать всегда сложно. Мне даже в какой-то момент стало интересно, а какой текст можно вообще подобрать к этим фотографиям. Вот. И тема очень важная, тема внимания. Вот какие-то различные аспекты этого. То есть история начинается с... Ну, наверное, вымышленного все-таки персонажа Ивана. То есть Иван, вероятно, существует, но история, я надеюсь, вымышленная про впервые сбил человека, а что был там еще один раз какой-то. Там, ну, ужас, короче. Надеюсь, все это вымышленное. Неважно. Это все действительно иллюстрация рассеянного внимания в самой такой жесткой ипостаси рассеянного внимания водителя. Тема важна, как, вот, как водитель скажу, она колоссально важна. Минусом данной работы, при всем при том, что в целом она очень хорошая, минусом данной работы является то, что вот нет какого-то, как мне показалось, нет стержневого повествования. Некоторые персонажи, которые здесь присутствуют, я вот не очень понимал, почему они сюда попали. Там, условно говоря, вот первый случай мы посмотрели, да, там условный персонаж допустил ДТП с летальным исходом, судя по легенде, да, а вот следующий персонаж просто ведет домашний образ жизни. Ну, то есть вот структура, это... внутренняя логика здесь какая-то непрозрачная. Да. Абсолютно, Оксан. И вот такое понижение градуса, извиняюсь за вульгаризм, это, ну, во всяком случае, вызывает какие-то недоуменные вопросы. Хотя, опять-таки, повторюсь, тема очень важная, реализация прекрасная, просто очень стильная реализация. Вот, вот что я хотел бы сказать по отношению к этой работе. «Внимание» получило у меня достаточно высокие баллы, но вот внутренняя логика – это слабое место этой работы.